Всем привет! Так, снимаем очередной ролик. Значит, в этом ролике я хотел рассказать просто о такой маленькой детали. То есть ролик будет короткий. То есть это вот о вот этой коробочке, которая служит для сбора стрелянных капсулей. То есть в момент декапсуляции на вот данной станции капсуль выбивается, падает вниз, после чего, падая вниз, капсуль попадает вот в этот лоток, вот, и остается здесь. Затем, когда станок идет вниз, я не знаю, видно или не видно, то есть вот здесь вот, да, вот, вот видите, вот он разложился, а здесь вот он складывается, то есть в этот момент он открыт и падает сюда. Оригинальный лоток для капсулей стоит порядка $15 плюс доставка, ну, совсем не дешево. Поэтому я взял пластиковую банку от пороха, обрезал, поставил. Вот, и все бы ничего, но в чем смысл? Смысл в том, что я потом посмотрел, как сделана оригинальная вот коробочка для сбора капсулей. Именно фирменная у нас наклеечка здесь такой, с красной там написано Ponsness Warn. Вот, у нее имеется в виду вот такой козырек. Вот. Я, собственно, вырезал этот козырек вот от другой коробочки, от Sunara 32, вот, и вставил. Вот. Почему, казалось бы, не сделать ее высокую? Да, просто потому что вот механизм вот этот выгрузки, он будет в нее упираться и мешать. Вот. Но тем не менее, зачем она? Вот она как раз-таки нужна для того, чтобы когда станок вот резко идет вниз. И в момент, получается, нет, даже не так, вот когда идет вверх, вот в этот момент капсуль выбивается и вот здесь выпадает. Иногда бывает, что он проскакивает между вот этой вот, между вот этой вот шторкой и этим местом. И при движении вниз он летит как по касательной. И как раз вот этот вот выступ, он служит для того, чтобы, скажем, поймать этот капсуль. Капсуль ударяется. А это место, вот, да, вот этот выступ, не знаю, шторку, экран, как угодно назвать, и остается в коробке. То есть, конечно, при, скажем, доработке вот этой баночки не 100% капсулей в ней собираются. Все-таки иногда бывает так получается, что вот он выскользнет, выпадет, там, да, там упадет там на пол куда-то. Но тем не менее, скажем, с доукомплектовкой вот этого, ну, не знаю, бункера подстреленные капсуля, назову его так, вот этой вот шторочкой, доукомплектовкой, намного меньше капсулей стало падать мимо. То есть именно, скажем, улетать и падать. То есть, ну, это, конечно, не критично, но тем не менее, лучше, чтобы не собирать стреленные капсуля на полу и так далее. Плюс еще один момент, такой вот немаловажный. Если посмотреть, вот здесь есть зазор, вот. То есть, казалось бы, ну, можно сделать выше, чтобы, ну, еще, да, там уменьшить шанс того, что стреляный капсуль у вас упадет мимо. Но этого делать не надо. Почему? Потому что когда вы обжимаете гильзу, вот эта станция подпружиненная, вот смотрите, видите, станок опускается. То есть вот при движении рычага от себя, вот, станция, то есть вот весь станок, да, вся станина у нас опускается, и, соответственно, вот этот зазор, он нужен для вот этого. Потому что если сделать совсем вплотную, то вас просто помнет эту шторку, ее будет просто заминать. Ну, либо сломает, я не знаю, в зависимости от того, из какого материала вы ее сделаете. Поэтому вот шторочка должна быть вот не выше нижнего положения. То есть вот у меня она как раз вот прям вот ровно. Вот. Вот, собственно, об этом я и хотел рассказать в этом видео. Возможно, кому-то пригодится. Бесплатный вариант из коробочек от пороха. Можно сделать нормальный бункер для сбора стрелянных капсулей. Вот, ну, собственно, на этом у меня все. Всем спасибо. До новых встреч. Как обычно, будут вопросы, пишите. Ответим, подскажем, расскажем, чем можем, поможем. Все, всем пока.